Итак, мы поехали на рыбалку. Сегодня 11 августа 2019 год. Конечно, сегодня жарюка будет сумасшедшая. Сегодня бензин 2,49. Вот он сейчас заправляет мотор своей лодки. Воду мы с собой взяли, панамочки мы с собой взяли. Вот этот вот спасательный жилет он попросил у соседа, потому что тут требования такие, что каждый на лодке должен быть со спасательным жилетом. Я сколько раз каячила, никогда в жизни не брала с собой. У меня его никогда и не было, этого спасательного жилета. Но дело не в этом. Сейчас вот он заправится бензинчиком. Джули хочет выскочить, и мы поедем. Я буду сегодня, можно сказать, впервые в жизни рыбачить. Он взял для меня удочку, он взял для меня вот эту наживку в качестве такой рыбки красивой. А на рыбке, я потом покажу все это. На рыбке такой большой хук. Этот, как на что ловят-то рыбу, господи, боже мой. Так что, день начинается. Он мне вчера так благодарил сегодня утром. Спасибо за вчерашний. Мы свернули с дороги, вот приехали уже на место, где мы сейчас припаркуем. Вернее, сначала спустим на воду лодочку. Leroy. Recreation area. Leroy. Right. Right. Leroy Right. It has to be name. Somebody's name. Ты можешь сесть вот туда, тебя покусают все москиты, которые вокруг тебя. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Мы сейчас на лодочке туда поплывем. Боже, какая прелесть. I like it. Oh my God. This is my dream. My dream comes true. I never been here because I don't know it. I don't know where we're going. We're just gonna go. Yeah, just go. My God. Okay. This is all I need. Come on, I'll show you a couple of things. Okay. For now. Let me get the boat in the water. Stay. Julie, oh, you go, stay. Julie, go. Очки запотели. Well, the first thing I do is I have to untie it. Развязать это. Сначала мы должны очки вон как запотели. Вон вообще ничего не видно. Swamp walker. It means for shallow water boat. Uh-huh. Not deep. Это shallow water, это не глубокая вода. Shallow. Not for the ocean. Это не для океана. Вон он пошел, спускает. Yeah. Look, очень важно, the plug. Чтобы закрыть вот этот вот плаг. Чтобы... Pull the plug, you sink the boat. Если ты откроете эту штучку, дырочку, ваша лодочка утонет. Окей. Это на всякий случай, в случае пожара. Now listen, I'm gonna back the boat. И вот еще один моторчик здесь есть, электрический. It's ready to float right off. Uh-huh. You go in the water, it's going to float. I understand. We'll come right up off of the trailer. I understand. You have to hold this rope over there. Mm-hmm. So, все, садись. We're going to go there for now. Julie. We're going to go here, come on. Or you can walk right here. Okay, just take her, please. Julie, come. Он говорит, ты можешь пройти вот туда и вот. Вот там, да, на boat ramp иди. Пошли на boat ramp. Боже, какая красота! Вот то, что мне не хватало. Господи, какое счастье, что мы так совпали. Он обожает природу. Он говорит, я вообще могу жить на природе. Он говорит, мне вообще в жизни ничего не надо. Я могу жить, говорит, в палатке, где угодно, есть самую простую еду, готовить ее на огне, на костре, на чем угодно. Он говорит, боже, как я люблю природу. Он говорит, я мечтаю, когда я закончу работу, ну, пойду на пенсию. Говорит, я уйду на природу и буду жить просто на природе, иногда выходя в люди. И вот это то же самое со мной творится. Это надо так нас боженька споровал. Но только то, что он немножко негативный, конечно. Сейчас опять мне пробил всю голову с этим Трампом, что вот Трамп, я уже сижу такая, думаю, ну что делать, ну ладно. Я тихонечко говорю, ну давай сейчас не про Трампа, давай сейчас вот про что-нибудь. Но с другой стороны, ему тоже надо поговорить. И, наверное, у него слушателя нет, ему, наверное, хочется.
тоже быть кем-то выстущенным. Ну, уже молчу, молчу. Но все равно стараюсь, конечно. Чуть-чуть его останавливать. Что, посмотри, какая природа, какая погода. Мы в такую красоту приехали. Посмотри, у нас такие отношения. У нас так все хорошо. Ну зачем сейчас вот говорить о том, что а вдруг завтра что-то случится, а вдруг завтра что-то вот это. Вот так вот Лудочка съезжает. Он сейчас вытащит свою машину, поставит ее на парковке. Все, то же самое сейчас делаем мы. Okay. The bow line okay. Is, what the, do I do with this? Is the front. You just hold the okay, line. Okay. Okay, gotcha. When the boat is gonna float, okay. Hold the line. And I will hold it. There's not much current. Okay, there's I have no to hold it, yes, until gonna, you park. Until you park, you float right off. Okay. It's easier with two. Okay, gotcha. See, he drives it on mm-hmm, and he mm-hmm. and clips okay. it on. Ooh, he should clip. Yeah, he's got it. Don't worry, we're gonna go eventually uh-huh. and there the... so we can get in. Mm-hmm. Get in right there. Okay. Okay. Okay, okay. А я сегодня в такой маечке. Привет из Украины. Вот так вот. Все, мы спустили на эту нашу лодочку на воду. Я держу вот. Он мне говорит, ты держи вот эти веревочки. И вот он говорит, good, good, good job, baby, good job. You did it. Все, сейчас он придет. Мы, он, наверное, мне первый даст сесть, я так понимаю. Вот отсюда мы сядем. И мы с ним поплывем. Ну что, мы отплываем. Он же мне говорит, что снимать, что не снимать. Он же знает, что я для YouTube снимаю. И он так любит. Окей, Джули. Джули, come here. Иди к папе. Иди к папе. Иди к папе, скорее. Иди. No, she doesn't want. It's okay? Yeah, she feels good. All right. Джули. Джули. Как здорово, как здорово, как здорово. Saint John's River. Yeah. Она сказала им что-то Saint John's River. It's the only river in the U.S. where only one or two in the whole world that flows north to Jacksonville. Это единственная north. Река в мире. All of the rivers, mostly, all the rivers in the world flow south. Все реки в мире, они все текут на юг, а эта единственная река, она течет на север. I never heard it, I did not know this. Yes, it flows north. Oh, thank you. И сейчас мы, возможно, увидим крокодилов или как-то. Боже, такая красота. Господи, мечта сбылась. My dreams come true. Боже. Вот это вот моя жизнь, его жизнь. Он всю жизнь был на лодке, всю жизнь он рыбачил. Он вчера только показывал все фотографии с рыбой. Абсолютно все фотографии с рыбой. У него этих лодок было миллион. Он говорит, это моя жизнь. Природа – это моя жизнь. Мне больше ничего не надо. Супер. Вау, вау. Другой меня порезал. Скорость набираем, он говорит, садись лицом сюда. Я говорю, я можно тебе лицом сюда? Он говорит, нет, так нельзя, то как бы, ну типа тебя сдует или что-то в этом роде. Как я уже сказала, тут... Ай, только не надо вбиваться в эту, стучаться в эту. No wake. No wake. Не делайте, не поднимайте волны. Минимум спид. А, это clearance, это минимум clearance. Нельзя поднимать волны. Я все время думала... Fish can't work. Ага, окей, I see it. No way! This is my favorite place. Yes! Мы приехали сюда. Я смотрю, думаю, неужели это... I always stop here. This is... Yeah, and bikers... Bikers... Yes, and bikers... Yeah, and bikes like... Biker likes it. There is always a lot of bikers. We're gonna have a beer when we come back.
we can get some food here. We can. Can we eat here? И тут же, сколько раз я здесь была, снимали. И тут вот, вот тут. Yes, yes. Now it costs $25. 6 months ago we were here with my daughter and my grandson. Too loud, yes. Короче, вот эти вот аэроботы, мы брали их, ну как бы мы брали билеты по $25 в здании с Гали. Вот когда последний раз. Где-то полгода назад. И вот тут вот это все кишит аллигаторами. Джули! Короче, если перевернуться, нас сожрут аллигаторы. Вау, вау, вау. Yes, I'm ready to run. Yes, I'm ready. Let's do it, baby. Он говорит, ты готова к скорости? Ой, мамочка, рукой держись. Это из пластиковый червяк. Artificial. Yeah, пластиковый червяк. Like this. Одеваем туда, просовываем туда длинный большой, как он называется, который вот, да, ну все поняли, рыбаки особенно поняли. Просовываем большой этот крючок, hook, крючок. Даже он позирует, это же хочет рассказать. Ему так это нравится. Да. 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 In Russia it's yes. Да. Yes. Are you happy? Say да. Yes. No, да. You see? Yes. Big bass. Large mouth bass. Or we call them black bass. Громадная рыба под названием Large mouth. Large mouth bass. Он может захотеть вкуснуть вот этого червяка, и мы его тогда поймаем. Эта попа у нас мокрая не потому, что мы обесились, а потому, что мы в лодке. Я его немножко намочила, и у него подзатекло в такое кресло большое, красивое. Я сейчас оттуда перешла, сюда перепозвала. Он говорит, ты можешь встать? Я встала, и меня стало качать. Нет, я боюсь, я упаду. Я ползком, ползком, ползком сюда перебралась. Вот теперь он завел маленький электрический моторчик, чтобы ехать потихоньку. Не бросайте мои штаны так. Чтобы ехать. Pretty diamonds. Yeah, it's diamonds, yeah. Diamonds in the sky. Так. И он говорит, ну, типа, я же тоже сейчас буду ловить рыбу. И он переживал, что тут кто-то может меня поймать, что я без лицензии. Вообще никого нет. Близко никого. Окей. Мы должны рыбачить вот там поближе к этой. Поближе к земле, ну, как сказать, к земле. Мы, собственно, на земле, да, но поближе вот к тем кустам, так можно сказать. И
тут действительно тысячи аллигаторов, миллионы аллигаторов здесь. И если нам повезет, мы увидим одного из них. Так что... Ну что, оттуда кто-то как плюхнулся в воду такой громадный. Он думал, что это рыба. И мне кажется, это аллигатор был, прыгнул. Вау, как классно. А если удочку вот так, вот у меня, вот у меня. Вот у меня рыбка. А, поймал, поймай. Вау, 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 вау. Yes, yes. Вау. I told you they were fishing. Вау. Вау. It's a big one. Yes, it's good. Oh my God. Julie, look out. Вау. Вот это да. Oh my God. Black bass? Yes, or large mouth. See, large mouth, yeah, большой mouth, yeah. Large mouth bass, big mouth, big black bass. Yeah. It's small one, but still. Julie, take it easy. You see it? Shit, look at you. Julie! No, Julie, no, no. No, we're gonna let it go. No. We can cook it. No. Why not? I thought... You just came here just for fun? Yes. You cannot get any fish? No. Not fresh water. You can, yes, you can, but not today. Why only not today? I eat only salt water. I can eat it. I would like to eat it. Okay. Please. No, he's gonna live for another day. There you go. What the Didn't I tell you a little different in here? Yeah. I heard something. Mm-hmm. We saw something mm-hmm. big. That yeah, was yeah, big. Yeah, yeah. That yeah. was a big fish. So there's probably more than one. Probably. Okay, if I get one fish, can I get it home and cook it? No, not a bass. Why? It's a bad fish? It tastes like the water. It's not good fresh water here. This is very murky water. Он говорит, не очень чистая вода, и говорит, брать это. It's okay, you can. Okay, thank you. If I get one, I will bring it home and cook it. You can eat it. If you season it, put some flavor, okay. olive oil, fry it up. Mm-hmm. Боже, ну какая же красота, ладно, пожалуйста. Sounds of life. You see sounds of life. That's where you're fishing. You know what I mean? Yes. Когда ты видишь знаки жизни. In the middle of the lake, you don't hear nothing. Да, в середине озера, говорит, ты не услышишь звука жизни. А возле, вот там, где есть трава, вот там ты услышишь звуки жизни, услышишь там как не голоса животных, как сказать. И движение. И вот тут, значит, уже есть рыба. Боже, как красиво. С ума сойти. Я же тоже ловлю рыбку. Я же тоже вот так вот опускаю. Вот так. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. It's why the boat I call this swamp walker. Swamp walker, ага. Right? Он назвал эту лодку swamp walker. Типа, идущий по болоту. Yeah. Он оторвал. Вот та первая рыбка, которую мы поймали, оторвал хвостик. Alligator guard. Это нет, вторая рыбка. Alligator guard. Это рыба похожая на аллигатора с длинным таким с длинным носом. Look out! Hey! Do you need it? No. You done with it? Do you want me to put this in? No. Nothing in the water. А, окей, okay. Но нельзя ничего в воду бросать, потому что это даже американцы, они что-то заботятся об окружающей среде. Окей, okay, Агатия. Garbage. Это мусор. Джулька у нас только что в воду упала. Пошла пить воду. Something. Упала. Я испугалась, она говорит, мне говорил Джулька, что она не умеет плавать. Я говорю, такого не бывает, чтобы собака не умела плавать. Он вот в ладошку наливает воды, и чтобы она попила. И она свалилась, я ее вытащила за этот... За шейник, слава богу.
Во всяком случае, мы убедились, что она умеет плавать. Это уже хорошо. I'm waiting for you to get big fish. Oops. We caught one, we got lucky. Yeah, let's get lucky. Get skunked. One more time. What you call getting skunked is zero. Okay. We're not zero, we have one. Yes, at least one, yeah. We're not skunked. Now you, I order you to get one more, please. One more. It's an order. Я говорю, это приказ. А приказы не обсуждаются. Давай поймаем еще одну. Они откусывают, и рыбки откусывают этот самый хвостик. И если хвостик уже надкусан, все, надо другую ставить. Right? Угу. Все, я уже хочу понтун. Все, хочу понтун. Но сюда приезжать, такие места. У нас же озер миллион. Спустил этот понтун. А там наверху можно палатку поставить. Там можно поставить вот этот гриль. Там можно готовить. Там можно лежать. Там можно читать. Там можно спать. Единственное, что нельзя купаться вот в таких местах, потому что, понятно, тут аллигаторы. Ну, ведро воды налил, себя сверху облил, и хорошо, и уже хорошо. Короче, хочу уже этот понтон и вообще просто уходить с утра вот так до вечера. Пусть тебя таскает по озерам. Красота какая. Необыкновенная просто. Наш покой. Нам так хорошо, так тихо было. Итак, мы закончили рыбалку. Did you see alligator? He went down, I saw him. Okay, where? Let's make a U-turn and see him again. Короче, он увидел аллигатора, остановился. Сейчас мы пойдем. This way or this way? On this side? He went down. It was a okay. Top. Okay. Аллигатора надо подъехать поближе вот к кустикам, и там есть такие иногда типа пляжики, вот они там лежат. Не быть, ну в этих кустах тоже они могут быть, но они любят греться именно вот на песочке. Вау, как классно. Вау, как здорово. У-ху! Крылья вырастают. Просто вырастают крылья. Это нечто. Что человеку нужно для счастья? Река, лодка, красивый мужчина, машина и миллион долларов. Это уже шутка. Сейчас как слишком затянулось. А там прямо сердце вон вырезано. Сердце в небе.
приехали только что Минском, он там тоже, он там еще один парк, куда можно пригнать свою машину и спускать лодочки. I don't know. No. Let's go. Yeah, yeah. Он говорит, хочешь пиво или не хочу я пиво, не хочу я кока-колу, ничего не. Мы выпили по бутылке холодной воды. Нет, поехали домой. Вот оно место, где спускаются они на лодочках. Вот так задом подают, так же, как мы проехали только что. Ой, как классно. Как здорово иметь такую свою лодочку с моторчиком. На каяке я сюда бы не решилась, если честно, одна. Так, не дай бог, перевернешься и трындец. А лодочка устойчива, он сказал. Мы здесь медленно едем, потому что вот быстро ездить нельзя, чтобы не поднимать волны. Классная кафешка такая. Тут постоянно ошиваются эти байкеры. Любимое место для байкеров. Тут всегда байкеров можно видеть и днем, и вечером. И даже утром. И вот тут надо смотреть на аллигаторов. Они тут кругом, кругом и всюду есть. Венок полез, как полез венок по этим по металлическим держалкам. Gordo gato. Fat who? Fat cat. Gordo gato. Spanish? Yes. Gordo gato. I just know mucho trabajo. Mi casa, you casa. Or something like this. Mi casa, you casa. Yes? Is it correct? Mi casa, you casa? My house is your house. Yeah? Did I say correct? Yes. Мой дом, твой дом. Так, это... Не важно, от кого я научилась это. Боже, как здорово. 5 минут мы сейчас поплаваем и поедем. А вот мы уже, кстати, приехали. Мы 5 минут так постояли, посмотрели глазами аллигаторов. И вот уже наш парк. Красотень. Сейчас буду его благодарить. Итак, швартуемся. Изя, отдай швартовые. А почему я? Это уже Жванецкого, еврейский теплоход. А почему я, Изя, ну отдай швартовые? А почему все время я? Ему надо, пусть он отдает. Потихонечку, потихонечку. Ай-я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 й. Молодец. Капитан у меня молодец. Золотых рук мастер. Опаньки. Perfecto. Thank you so much. You are best captain in the world. All right, get out. I'm going to be... Okay. Очень просто все. Есть лодочка, пожалуйста. Ничего платить за это не надо. Абсолютно. Спустил воду, на воду свою эту лодочку и пошел себе кататься. Бесплатные парковки для машины. Hi, how are you? Вообще вопросов нет. Вообще, как молодцы американцы научились жить.
И самое, что удивительно, что это все абсолютно бесплатно. Все же это строилось, все же это содержится в чистоте. Все же это убирается, и тут все это ремонтируется. Пожалуйста, приходи, становись, паркуйся. Ну, правда. Вот Арт подгоняет свою машинку туда, чтобы загрузить. Сейчас я покажу, как он это делает. Он потом сядет за лодочку, на лодочку, включит моторчик и заедет на лодке прямо вот на этот вот прицеп. А я сижу здесь, села на стол, без штанов, зато закутана, ну я в купальнике, зато закутанное полотенце, сижу. Пошли посмотрим, что он делает. Хотела посидеть в тенечке. Okay, I understand. Yes, put down. Yep. After you clip, lock it. Okay. Okay. Start to pull it okay, in. Gotcha. Okay. Okay. Yeah. All right. I'm gonna back it up. Okay. Do you want me to stay here? No. I mean there. You have to be down by the water. By the water. Okay. 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 Julie, иди сюда. Okay, look. Put the water. Okay, gotcha. Here, because this is floating here. Okay. See? Right here. Just watch my hand. Только смотри на мои руки. Он говорит, я ничего не могу видеть оттуда, потому что высоко это низко. Я говорю, Джули! Wait! You have to take her with you. Come on. Поехали. Он просит ее, чтобы она спускала. Она заснула, наверное. Так, иди. More. Stop. Stop. Yeah. Julie. Wait. Be careful.